Друзья мои, всем огромный привет! В этом ролике я вам хочу показать, как я готовлю домашний лаваш. Зачем покупать в магазине, если можно приготовить его дома, своими руками. Готовится он очень-очень просто. И в результате вот я приготовила домашнюю шаурму. Оставайтесь со мной, и мы начнем готовить. Итак, я беру муку. В муку добавляю 1 столовую ложку подсолнечного масла. Немного соли. И все заливаю водой. Вода охлажденная, кипяченая. Возможно, муки понадобится чуть больше. Все зависит от муки. Итак, замешиваю тесто. Итак, вот такое тесто получилось. Оно слегка липнет к рукам. Теперь это тесто я буду вымешивать на столе где-то минутки 3. Итак, тесто я вымесила, теперь оставляю его где-то минутки на 20-30. Пусть тесто немножко отдохнет, и уже потом я начну раскатывать. Так, ну что, тесто у меня отдохнуло минут 20. Обязательно накрываю сверху, чтобы тесто не подсохло. Где-то на 5-10 минут, в общем, и уже потом буду раскатывать. Итак, тесто полежало минут 10, и я начну раскатывать. Итак, раскатала я лаваш. Посмотрите, какое тесто тоненькое должно получиться. На сухую сковородку выкладываю лаваш. При желании можете обрезать тарелочкой, чтобы были ровные края. Сейчас у меня лаваш обжаривается на среднем огне. Этого будет достаточно. Переворачиваю и обжариваю точно так же. Ну, где-то, я не знаю, где-то секунд 25-30. Этот лаваш готов, я его убираю и выкладываю следующее тесто. И точно так же обжариваю. Готовый лаваш перекладываю на чистое полотенце, слегка взбрызгиваю водой и накрываю слегка влажным полотенцем. Точно так же проделываю с остальным лавашом. Ну и вот такой вот результат. Полностью лаваш остыл. Посмотрите, какие они мягенькие получились. Очень тоненькие. Девять штук в результате у меня получилось. Теперь этот лаваш нужно убрать в пакет. Пакет закрыть. Нужно их хранить в холодильнике. А я хочу из этого лаваша приготовить шаурму. Кстати, шаурма у меня тоже есть на канале, но там я использовала покупной лаваш. В этот раз же хочу попробовать приготовить из домашнего лаваша. Приготовьте такой лаваш дома, порадуйте своих близких. Всем рекомендую, всем приятного аппетита и всем пока-пока!